Доброе утро! Сегодня суббота, наши первые выходные на острове Мияко. Погода очень хорошая, сильного солнца нет, немного облачно, ветерок. Мне кажется, что в Токио сейчас люди мучаются больше, чем мы на юге, вот, в тропиках. Вот, у нас сегодня очень интересный план, я покажу, что мы будем делать. Нас там будет насаживать на крючок. Эй. Алёк, ты что? Ты автомат в чём готовый? Ну, у вас стоит, не вкли. Эй, покажи вас, да. すぐ出ましょう。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 すぐ出ましょ
ね。О, две. Опа. Давай. Опа, у меня такая же. Сейчас. О, два. А у меня ничего нет. Вот рыбка, Вадя. Золотую рыбку поймал. Ух ты, какие зубки у нее, да. Офигеть, да, ух ты. Ой, мама. Зубки тебе смешно. Принеси ее воду. Оп. Все, победа моя. Кавахаги, кавахаги. 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 Гай, мне. Кавахаги. スズメダイでも声を出さなかったのに。はい。はい。はい。簡単も写真。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って。素晴らしい。美味しそう。おお。これは煮付けでいけるさ。ミーバイだ。ミーバイ。これは高級魚。そう。ああ、ナイス。美味しそう。美味しい。美味しい。Не, вот глаза. Да. Ой. でも20時でも美味しそう。美味しいよ。トゲがあって痛いわけね、これね。そう、背びれが大変よ、トゲが。
Я говорю, победа, чистая победа. Да, меня понятно. Извини. Да, за другой тащит. Да. А, со, нам же нужно купить. やるね。あと一匹、あと一匹、三人分。あと一匹釣ったよ。В прошлом году Мила наловила нам еды и в этом. Я переезжаю, но меня тут зиму. Батя получает права на воду, а я буду поймать. Давай посмотрим, что мы поймали. Так, сегодня нас кормит Мила. Вечером наш капитан, у него свой небольшой ресторан тут рядом, он нам эту рыбу приготовит. Маленькая пойдет в кляре, значит, там ее пожарят. А то, что побольше, которую Мила поймала, можно на сашими. Приехали в ресторан к нашему капитану. Сейчас посмотрим, что он нам приготовил из нашей рыбы. Эй, дома! О, скоро-сан! Скоро-сан! Почему тайлю да не? Кавахаги! Гуру-кун, гуру кочек, что ли, вон? Что на хайле? У нас что угодно. Гуру-кун, караахи. А это эти маленькие, которых мы наловили сегодня. Вот эту Мила поймала сегодня. Этих мы наловили вместе. Эту тоже Мила поймала. Это вам вареное на эту соль. Ну и вот эти сашими, с которых вот эту Мила поймала. Вот эту. Свежее этого быть не может, ребята. Сегодня утром выловили, вечером кушаем. Ой, наелись до отвала просто. Даже еда осталась. В общем, все. Наш рыбалка закончилась вкусной едой. И мы, наверное, поедем, может, посмотрим. Да, уже вечер. Посмотрим на закат и поедем домой. Thank you.